Доброго времени. Мы в лесу. Хочу вам показать кипрей мелкоцветковый. Это как раз тот кипрей, который описывала в своей книге Мария Требан. Лекарственные растения, дарованные нам Господом Богом. Ссылка в шапке профиля на то, что писала она о кипрее. И можете с удовольствием посмотреть и забрать. Группа мысли фитотерапевта в Телеграм. Ну, а этот кипрей спасает не только мужчин от рака предстательной железы и аденомы. Посмотрите, какой он красивый. Он помогает и женщинам. Пить 2 недели его нужно без назначения врача, поэтому будьте со мной на связи. Не экспериментируйте. Всего доброго.